Будильник прозвенел в 3:30. Я вскакиваю, как солдат. Успеть умыться и побриться — такой вот жизненный уклад. А город еще мирно спит. В окно я с кухни погляжу, как только чайник закипит, я на развозку выхожу. Маршрут мой номер 23, с Лукьяновки на Берковцы. Людей везем мы от тюрьмы до кладбища через дубки. Такой вот жизненный маршрут, от суеты он отрезляет. Кого-то в ресторане ждут, но Бог по-своему решает. На Пугачева вновь задор, студенты бросили машины, и наплевать им на закон, и мучаются пассажиры. И к остановке ну никак, под бровку тут не подкатить. Старушка совестит меня, водителя во всем винит. Маршрут мой номер 23, с Лукьяновки на Берковцы. Людей везем мы от тюрьмы до кладбища через дубки. Такой вот жизненный маршрут, от суеты он отрезляет. Кого-то в ресторане ждут, но Бог по-своему решает. Свою работу я люблю, и за баранкой много лет. Свою судьбу я не виню, а люди разные везде. Маршрут мой номер 23, с Лукьяновки на Берковцы. Людей везем мы от тюрьмы до кладбища через дубки. Такой вот жизненный маршрут, от суеты он отрезвляет. Кого-то в ресторане ждут, но Бог по-своему решает. Такой вот жизненный маршрут, от суеты он отрезвляет. Кого-то в ресторане ждут, но Бог по-своему решает.